Алло. Что? Нет. Это невозможно. Ну почему так взяли только вчера? Мама! Нет! Что случилось? Единицы закончились. Понятно. Вы вызвали скорую? Да. Это ты Хавар? Да. Ты помнишь меня? Я твой друг Кашев. Мы вместе учились в Караганде. Кашев? Да. Ты кто? Кашев, твой друг. Вместе учились в Караганде. Не помнишь? Вместе учились? Да. А, вот отсюда я тебя не знаю. Ладно, если не помню. А что беспокоит тебя? У меня очень высокая температура. Да. Кашев, и желудок болит очень сильно. Давай я тебя послушаю. Давай. Что с вами, больной? Вы что-то не то съели? Да, я рис кушал. Все ясно. Мы вам выпишем таблеточки, попьете их, хорошо? Ну, доктор, если в моем желудке было место для таблетки, я бы еще рис покушал. Тогда придется поставить укол. Укол можно, хорошо. Нет, 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 не в руку. Откуда? Хорошо. Вы курите, больной? А что, дым идет? Доктор? Да. Можно с вами на ты? Ну, вообще-то... Спасибо большое. Это... Можно один вопрос? Да, конечно. А у вас зарплата хорошая? Ну, конечно, что вы. Я же медицинский работник. А, нет, я думал, если плохая зарплата, то я как-нибудь помогу. Есть у меня? Нет, спасибо, не стоит беспокоиться. Кроме своей основной профессии, я еще занимаюсь продажей машин. Ну, автокредитование. А, машину продаешь? Да. А сколько стоит твоя машина? Ну, у нас разные модели, смотря на ваш вкус. Ну, минимально около 9 тысяч долларов. Ого. А это сумма сразу надо платить или по частям можно? Нет, конечно, можно ежемесячно вносить платежи. Даже по частям можно? Ну, конечно. А сколько будет за месяц? За месяц сколько будет? Ну, за месяц, ну, около 500 долларов. А, значит, каждый месяц 500 долларов платить и можно кататься на машине? Да, можно. А если я каждую неделю хочу? Это будет около 100 долларов. 100 долларов. Хорошо, могу. А если каждый день? Больной, что? Я вижу, вам уже стало лучше. Мне, наверное, лучше удалиться. Нет, доктор, вы же просто пришли. Подождите. Может, кушать будете что-нибудь? Хорошо, угостите меня чем-нибудь. У нас здесь рядом в кафе очень вкусный шашлык. Будете кушать? Конечно. Хорошо. Сейчас принесу. Доктор, 2-3 часа надо будет ждать. Сможете? Ну, придется. Я думаю, что не сможете. Ну, купить будете что-нибудь? Да, конечно, с удовольствием. Что будете? А мама? Да-да-да, говорю. Я мама! Буду... Да, слушаю. Я говорю, я не отказалась бы выпить пепси. Пепси, хорошо, пепси. Доктор, я не люблю пепси. Слишком черный, может другой что-нибудь? Ничего страшного, я хочу пепси. Точно пепси.
А вам сильно холодно или теплый пойдет? Можно холодное, а то что-то жарко. Нет, очень вредный для здоровья. Может, и сестру, и другой. Не хочу я. Хорошо, угостите меня чаем. Чаю, хорошо. Мама, налей нам чай, пожалуйста. А это... Мы завтра в кино сходим. Больной. Это нарушение врачебной этики. А почему? Давай пойдем завтра. Кроме того, у меня есть молодой человек. Молодой человек есть? Мама не хочет на чай. Ладно, как хочешь. Ну, хорошо, если ты так настаиваешь, мы можем пойти с тобой в кино. Можно, да, завтра? Мама будет на чай. Хорошо. И это... Хорошо. Может, пойдем? Ты знаешь, ты очень красивая. Спасибо. У тебя волосы такие красивые. И ты знаешь, у тебя очень красивые. Мягкие. Что? Руки и икра очень красивые. Ты знаешь? Сестра моя должна учиться. Тебе нельзя ходить в кино гулять. Это кто? Жена моя.